Та-да-да-дам! Ребята, ребята, всем доброе утро! У Лены на завтрак она ничего не хочет, кроме как оладушки. А оладушки есть. А кто так надгрызал? Смотри, один откушенный. Кто-то ночью к нам приходил, наверное, в холодильник. Опять понадгрызали. Ну, ребята, забрали бы уже весь, что оставили-то. Пьет Лена мятный чай. А там что, наушники валяются? Нет, они аккуратно лежат, да? Как, ты довольна наушниками? Очень. Да, Лена ходит по всей квартире. Прикольно, что без провода, без шнуров, без ничего, да? Только теперь Лену не дозовешься, короче. Лена, да, Лена, тишина в ответ. Потому что в них вообще, если ты их надел, не слышно. Хотя она не громко музыку слушает, но все равно нифига не слышно, кто что там, например, в стороне говорит. На компьютере я когда играю, у меня на 14% включен звук, а мне уже в уши как... Хорошие, хорошие наушники, Лена, счастлива. Так, все, оладушки и чаек, вперед. Макроносые, макроносые собашки, облака, макроносые собашки. Ласа любит такая возле тебя, ласотка, да? Ты сядешь. Ласотка, девочка, ты хорошая. Хорошая. Притулиться, собачка. Зеленоглазое любит. Такси. А Соня возле меня, вот она. А Соня, да. Ты похожа на колобка. Колобок, колобок. Я тебя съем. Ребята, всем доброе утро. Доброе утро, еще ребята. Раз. Доброе утро. Доброе утро. Завтрак. Та-да-да-дам. Та-да-да-дам. Два яичка. Два яйца. Что-то голос еле пролезает. Два яйца. Пролезает. Видишь, как они умеют делать? Это два веселых яйца. Сейчас как улетит. Так, и у меня этот, капуста морская. У отца, вот, пожалуйста, бутерброд, да? Обычный. Пожалуйста, доешьте капусту. Да, тоже и капуста. И Лена не доела оладьи, оставила типа тебе. Вот этот давай собашкам скормим, ну, да? Ну, конечно, да. Вот, чтоб он не... На тебе, собашка, держи. Иди на пол. И ты иди на пол. Пошли, пошли, вон. Иди. Иди, догоняй, вон, догоняй. Все, ребята, мы завтракаем. Кто кушает вместе с нами, всем приятного аппетита. Кто-то кису покормил. Да, кушай, кушай. Я не заберу у тебя ничего. Не переживай. Соня, пускай киса кушает. Все, не мешай ей, не мешай. Соня, что ты за паршивая собака? Пошли. Пойдем, пойдем. Отобрала собачка. Отобрала еду, да? Офигеть, как красиво. Вообще, цены нет. О, Соня нас ждет меня. Пошли. Пойдем, пойдем. Ветерок немного холодный, ребята, но, блин, солнце жарит. Я так еще оделся, вроде тепловато, блин. Жарко. Прикольно, прикольно. Настает лето. Лето всегда классно, что бы там ни творилось в этом мире. Летом все оживает, расцветает, живет своей жизнью. Природа не обращает внимания. У нее нету никаких катаклизмов. Все гармонично. Столик классный. Можно прийти сюда. Смотрите, какой вид. Поставить пиво. Или там еще что-то. Лимонад. И постоять, полюбоваться. Красотами. Ветер, блин. Плохо будет микрофон записывать. Шуметь будет. Соня, пошли дальше. Пойдем, пойдем. Ты скалолазка, иди сюда. Сонина, иди, иди. Вот сюда вот пошли. Учись лазить по таким местам. О, умничка, пошли, пошли. Вот здесь, ребята, у нас небольшой парк. Здесь летом люди собираются, расстилают какое-то покрывало и празднуют праздники всякие разные. Ну, прикольно довольно.
сейчас все тут зазеленеет, листочков побольше будет, тут тень прям. Вообще классно. Птички поют. Пойдем с Соней водички попьем, да, Соня? Набегалась. Иди, здесь нормальная вода. Попей. Вот так вот. О, о, хорошая водичка, да. Хрюшка. Блин, на пляже вообще ни одного человека. Такое, кстати, редко бывает. Особенно. А, вон, ребенок какой-то есть. Кто-то есть. Ладно, пойдем на наше любимое место. Соня! Соня, пошли! Пошли! Пойдем. Ребятки, еще рыбачье место. Посмотрите, ступеньки. Кто-то сделал. Пошли. Что там такое? О! Ну прикольно, посмотрите, как хорошо, как сделали. Можно рыбачить. Здесь поставить, допустим, стульчик. Сесть. Опа. И рыбачить. На дачу, ребятки, переселяться холодно, блин. Была печка, мы бы уже уехали. Проехали, там у нас пост стоит вроде как. И печку бы топили, можно было бы по ночам спать. А так холодно ночью, блин. Еще рано, блин. Надо, чтобы потеплело еще сильнее. Тогда мы уедем сразу. А пока вынуждены сидеть дома. Ну а что сделаешь? Дома, конечно, в такую погоду вообще скучно. Но что-то делаем. Где-то сидим в интернетах. Хотя летом в интернетах это, блин, мне всегда напрягает сидеть. Летом надо на воздухе быть. Выбил бутылку, так аккуратненько положил. Как пушку, блин. Соня водички попила, набегалась. Вот так вот. Это мое любимое место, ребята. Здесь очень классно. Че, Сонина, пошли? Пойдем. Все, давай, пошли, пошли. О, молодец. Молодец, Саняка. Сейчас я тебя перенесу, не переживай. Пошли. Пошли. Пошли, Соня, иди сюда. Идем вот здесь. Пошли, пошли. Вот, зайдешь сама. Поднять тебя, да? Это, ребята, мое любимое место. Здесь очень классно. Я много лет сюда прихожу иногда. Так, постоять, посмотреть на воду. Буквально минут 10 посмотрел, и все проблемы растворяются сразу. Перестают существовать. Соня на травку ест вон. Так вот. Пожуй, пожуй, Сережа. Классно! Это очень классно, ребята. Посмотрите, какая красота, красота. А Соня все траву ест. Солнышко вышло. Ой, как хорошо.
Тепло, ребята, классно, классно. Я хожу в маске, ребята, потому что стараюсь не нарушать законы страны, в которой я живу. Штраф от 17 тысяч, а я снимаю на видео и выкладываю в сеть. Поэтому везде, чтобы не было никаких непоняток, где надо ходить в маске, я хожу в маске. Пошли, пошли. Пошли, не спускай. Все, идем туда, туда идем. Пойдем. Ящерица. Прикольно. Соня он кинулась ящериц искать. Здесь, ребятки, позеленело. Ой, как классно. Листочки распустились. Сразу такой вид другой приобретается. Смотрите, как шикарно. Сразу замолчали, когда пришел. Весь жабий квак пропал. Соня, не надо тут ничего, не пей тут воду. Пошли. Пойдем, пойдем, пойдем. Жабы заквакали. Кто там, Соня? Пошли! Гавкал. Иди, иди, ты уже умеешь по камням ходить. Аккуратно, Санята. О, вот молодец. Кто-то ловит. Медитативное состояние, медитирует здесь. Понятно, блин. Соня, на, куда ты убежала опять? А, вот она. За кем-то охотится, бегает. А, кстати, у нее вчера клещ был. Я его так заметил вовремя. Скинул с нее. Соня, клещей наловишься, пошли. На море мы поедем, ребятки. Главное, чтобы открыли передвижение между областями. Конечно, риск есть. Но постараемся минимизировать как-то его. Потому что дома сидеть — с ума сойдешь летом. Просто крыша поедет. Каньон. Соня, на. Стой.
Ух ты, блин. Такой хороший каньон. Пошли, Соня, нам сюда. Тропинка есть здесь, вот она. Пошли, Сонь. По тропинке сразу видно, где ходят и где не ходят. Здесь ходят. Пошли, Сонина. Сонина запыхалась. Собашка чешет вперед. Соня. Что там? Пошли, пошли. Что ты там увидела? Пойдем. С камерой, блин, идти сложно. Скользит, блин. У меня обувь чуть-чуть не та. Скользкие. Бахилы. Пошли, пошли, Сонь. Пойдем на дорогу. Заколебался лазить по горам. Попрямее что-то выберем. А, вот сюда еще поднимемся. Соня, Соня, пошли. Пошли. Запыхалась собачка. Соня. Фу, блин. Проходи, проходи. Все, пошли. Какая красота. Вообще классно. Ой. Как красиво. А я, ребята, старые песни вспоминаю. Не ответил твой дождь, падает ли снег? Я в подъезде против дома твоего стою. Жду, что ты пройдешь, а быть может нет. Мне тебя увидеть, ой, как я счастлив. Странно и смешно наш устроен мир. Сердце любит, но не скажет о любви своей. Будь живу я и не знаю, любишь или нет. Это лучше, чем признаю, слышать нет в ответ. А я боюсь услышать нет. Мой обед. На обед у меня супчик. Супчик и зеленого лука туда нарезала. Вкусняшечка. Мать, здесь он колбаску чистит. Там она так плохо чистится. Я сейчас тебе яйца пожарю с колбасой. Угу. И картошка будет. Хорошо? Да. А я уже обедала. Так что ты будешь снова сам. Обед. Один. Один. Один одинешенек совсем. Папаша. Совсем один. Папаха совсем один. Мать, как так? На кого же ты меня бросила? А я пойду это. Что-то другими делами займусь. Ты меня так близко снимаешь, ё-моё. Офигеть. А да ты красивая, мать. Что? Колбаска классная. Облака, белогривые ушатки. Облака, что мчитесь без оглядки. Яички. Пошли яички. Оп. Один. Оп. Второй. Яичко. И что, я тебе... О, шкарлупка упала, да? Угу. Сейчас я вилочку. Я тебе этот самый...
чем хотела сказать. Солью не посыпаю. Какая-то тяточка вон. Зародыш какой-то. Яйца. Да. Хорошо. Я тебе солью не посыпаю, а посыпаю вот этой приправой для яйца. Да, у меня соль содержится. Давай. А, она, по-моему, у меня закончилась. Да. А, есть. Есть. Сейчас. Она такая, ну, очень соленая, можно соль не насыпать. Угу. Она такая зеленуха какая-то, видишь? Ага. Прикольно. Все, добавляем на минимум. Выпускаем, вот все у нас жарится. И будет окей. И у меня еще есть, у нас есть картошка недоеденная, я сейчас ее микроволновку этот сам разогрею. Немножко тебе дам. А может крышкой накрыть? Давай. Сонина уплетает, блин, набегалась, да? Хорошо, у меня опять на мусоре или нет? Собачки. Папа мне кинула шкурки от колбасы, вот она их и уплела. А кашу ж не хочет есть. Так они плохо кашу с курицей едят. Ну, просто ужас какой-то. Что-то языками выбирают, там те кусочки курицы, кашу откладывают. Дурдом. Исхудают так. Ну да. Та-дам, ребятки, вот такой у нас шикарнейший обед. Да, Лена решила тоже, она увидела, ой, а что у вас так вкусно пахнет? Или так яйца с колбасой. Ну я как бы тоже бы съела. Ну вот как раз пригодилась эта последняя картошка. Ага. Леночке яйцо пожарили с колбаской, быстренько, пока сковородка теплая была. Вот. И все. Ну, и а все. Это? А, ну, блинчики. И блинчики, да. Да, тут, ну, тут сало есть, оно просто тут лежит. Зеленый лучок, хлеб и маринованная капуста. И чай, все. Тогда вот тебе не скучно будет, будешь с Леной сидеть обедать. Угу. Хотя она в наушниках, она безмолвна обедает. Он, Соня будет ныть, просить у меня кусочки. Все, приятного аппетита. Спасибо, мамочка.